Ну, во-первых, они все единодушно. Единодушное одобрение, видя сегодняшнюю ситуацию в мире, насколько накаляется обстановка, насколько мир коалиционным Западом инфицирован такой философией военных действий, то все приняли однозначно с одобрением, что сегодня нужна такая структура, она сегодня необходима. И такие исторические моменты, некоторые люди говорили, что видя, что этот инструмент безопасности, стабильности Республики Беларусь, можно сказать, что такой щит от предательства внутреннего. Поэтому люди очень зачастую говорили, что нам в Беларуси не нужен второй Горбачев, и очень приняли одобрительно создание такого конституционного органа, как Всебелорусское народное собрание, и практически